О. Гусыня. Лузь гость. Ой, гусь. Гусь, гусь. Лузь гусь. Гусь лусь. Гусь лось. Гусь лось. Во. Я подобрал эту комбинацию звуков, которая складывается в правильное слово. Гусь лось. Дети маленькие. Чё? Уа! Так, уходим нафиг. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в Don't Starve. Царство гигантов, хардкорная версия, играем за Вилсона, и это уже с ума сойти 101 день. Так, и он, наверное, загрузится когда-нибудь. Вот сейчас, ага, Блин, мы же на болоте. Отлично. И еще и ночь. Вообще все шикарно. Бум, так. Что нам нужно? Нам тут нужен был камыш. Я думаю, хватит. Давайте уходить с болота. Камыш собрали. А как-то бегать и ночью рисковать. Плюс 10 им. Зловредные гусята-лусята. Так, механизм спит. Так, мрамор, трава. Можно, конечно, кустов всяких накопать, возле себя насадить. Но хардкор. Так, деревце. Плюс нужна пища какая-никакая. Аметисты. Аметисты нужны, но я не знаю. А вот эта шестеренка, которая дергается. В каком таком большом количестве они нам потребуются? О! Гусыня. Лузь гость. Ой, гусь. Гусь. Лузь гусь. Гусь лусь. Гусь лось. Гусь лось. Во. Я подобрал эту комбинацию звуков, которая складывается в правильное слово. Гусь лось. Дети маленькие. Чё? Уа! Так, уходим нафиг. Там гнездо. Кто бы мог подумать? Вот оно, гнездо. Блин. Я как-то с этими маленькими гремлинами драться не хочу совсем. Потому что нереально, как гремлины себя начинают вести, стоит убить саму эту гусыню. Ой. И это как-то не очень круто на самом деле. По-моему, мне их эффективно так и не удалось научиться убивать, когда они в этой фазе своей. Поэтому придется, наверное, просто игнорировать. Они мне как бы не мешают жить, и я, наверное, им не буду. Мне вот эти статуи уже нервируют. Который раз бегу, все думаю, что надо снести. И забываю это сделать. А пора бы. Оу. Стоять. Кирку. Отлично. Пойдемте мрамор закинем. И, наверное, самое время поохотиться на кошмаров. Я вот вспомнил, чем я хотел заняться. Я хотел, когда оттепель настанет, все-таки кошмаров побить. И это, мне кажется, неплохой идеей. Блин, это все можно посадить, но как-то этим садоводством не лежит душа заниматься. Вот семечки нужны. Грядки я там в любом случае завел. Гниль. Гуана советовали подбирать, оно, мол, лучше удобряет. Ну, как бы у меня гуана, где его? Только там, возле входа в подземелье, можно найти. Ну, или в самом подземелье. Ну, у меня, тем более, здесь есть такая грядочка с травой, весьма комфортная.
где можно пополнять запасы. Ай, так, а ну гниль пускай. Пускай, пустим на удобрение. Можно, кстати, механизмов поубивать в промышленных масштабах, запастись аметистами. И, о, блин, что у меня с едой все плохо, да? Так, ничего здесь нет. Так, это съедим. Гниль сюда. А, ягоды и каштаны. Каштаны, ягоды. Давайте пока просто хотя бы. Ягода. Так, семечко сюда не идет. А ягода с палкой комбинируется. Кашицу. Не самый лучший вариант. А так просто джем. Ну окей. Что я еще хотел? Так, давайте сбросим вот эти излишки. Мраморную броню надо другую сделать. Эту пока выкинем. Съедим джемчик. На время успокоит голод. А, вспомнил, вспомнил. Цель, с которой мы, собственно, бегали-то на эти болота, это же сделать. Так, еще гниль. У меня, как обычно, в холодильнике гниль и лед. Такой стандартный набор. Довольно странный. Ну, ничего. Ничего. Надо вспомнить теперь, из чего же. Так, конструкция. Так. Клетка. Из чего она делается? Птичья клетка. Два папируса. 6 золота. Два папируса. Так, один у нас есть. И 6. 6 золота. Немножко гуплю. Так. Хорошо. 6 золота. Отлично. Остальной камыш можно сюда спрятать. Тут еще доска камни. Топливо ужаса. О, дождик начался. Есть зонтик пока что. Пока что есть. Я, кстати, броню огненную могу сделать, если захочу. Но я не сказал, что она очень эффективна. Вот сюда вот. Клетку. Единственное, что в нее нужно поймать птицу. У меня вот клетка стоит. Давайте. Установил. Приманка. Вроде должно сработать. Соберем весь этот чудо урожай. Я бы не сказал, что мне очень нужно. Кукуруза. Давай посмотрим, что у нас можно сделать с кукурузой. Кукуруза, ягода, там палка, к примеру. Нет, палка сюда не комбинируется. Есть лед, который можно, по идее, запихать. Давайте для экспериментов возьмем немного льда. И поэкспериментируем. Рататуй. Это, конечно, бессмысленно. Я думаю, смысла нет. Давайте просто так приготовим. Отлично. И надо идти за провиантом. Значит, в любом случае нам надо
А, простой способ еще, кстати, камышами этими запастись. Ой, камышами. Каштанами. Броню, броню. Нужна ли мне броня? По идее, нужна. Скорее да, чем нет. Честер. Честер замер. Из чего там она делается? Во-первых, блин, молнии реально пугают. Да, свинячу эту ерунду. Давай. А, ну хорошо. Так, зонтик нужен. Определенно нужен новый зонтик. Две паутинки. Давайте вот здесь вот в стороне свалку небольшую сделаем. Это старый зонтик. Это относительно новый. Сойдет. Дальше сделаем веревку. Шапку запасную. И броню. Броню. Для всяких экстренных случаев. 4 веревки. Ну, пускай. Раз, два, три, четыре. Закидываем. Это к Честеру. Это к Честеру. Все, вроде как, немножко подразобрались. Я хотел поохотиться на кошмаров, на этих. Но под дождем это делать как-то не очень охота. Поэтому давайте просто каштанов раздобудем. Это будет наш провиант. Заодно и дров. А, все, все, деревья. Это, походу, не самая лучшая идея. Разозлили. А вот, кстати, гуана. Рубим деревья. Я намокаю довольно быстро, поэтому еще одно дерево срубаем и забиваем пока на эту идею. Отлично. Давайте гуана соберем, почему нет. И вон семечко есть. Блин. Почему у меня топор в руках? Совсем не вовремя. О, королева пауков. По идее, можно ее убить, и это нам даст... даст возможность создать оружие. Хочу ли я? Я, наверное, хочу все-таки с ней посостязаться. Ну иди, королева. Надо с более-менее вот этими мелкими противниками разобраться. Что такое? Не самое лучшее место для схватки выбрал. Плюс она что-то их как ненормальное генерирует. Так, отлично. Она меня не пробивает? Вроде как нет. На самом-то деле, стоять бояться. Я погиб. Да, должен ее одолеть. Меня интересуют вот эти жвала. Отлично. Да что у вас всех тут? Честер, чешем. И еще один. Чуть-чуть вот этого соберем. Паутину сюда. Ну и все, пойдемте. Чему нет?
Да, разобрались с нашим противником. И что нам это даст? Во-первых, щупальца, вот это вот оно уже довольно старое. Я хочу на теней, как там, кошмаров на этих поохотиться. Почему птица не ловится? Странно. Давайте что-нибудь повыращиваем. В любом случае у нас 4. Хорошо. Вот это сюда. Шапку мы, скорее всего, одеваем. Как я думаю, гуаном сейчас удобрим тогда. Зонтик сюда. Семечки сюда. Сейчас проверим. Действительно. Я думал, это вообще бесполезная вещь. Но да. Она все-таки не так бесполезна, как могла бы быть. Ну и что у нас? Нужно еще две веревки. Одна. Вторая. Все. Spider Blade. Прикольное оружие. Сделали? Сделали. Стоит ли нам вот эти две? О, тут это дерево рассерженное. Я думаю, стоит с ним разобраться. Блин, ты чё, парень? Бить его нельзя? Только топором, что ли? Получай, вражина. Получай. Вот так вот. Тоже мне тут устроил. А, тут пауки. Ну их нафиг. Вот эту шапку надо подзашить. Темнеет. Быстро темнеет. Давайте дрова сюда закинем. Кукуруза уже выросла. Кукуруза, кукуруза. Оружие сюда. Да в руки. Бревнышки у меня где-то были. По-моему, здесь. 7. 145. У меня же вроде как бы много рассудка. Откуда две руки-то сразу? Пошли, пошли прочь. Отлично. Откуда? Только одна рука прогналась. Это не то чтобы здорово. Давайте эту тоже прогоним. Все. Все супер. И все-таки я думаю тогда за едой. За едой нужно, не нужно нам идти. По идее, тут рядом я бы не сказал, что где-то есть особо много пищи. Можно, конечно, вот этих деревьев нарубить. Почему бы нет? Кукуруза. По-моему, она в сыром виде больше, чем жареная дает. Голод на 25. Вообще отлично. Вообще отлично. Кукуруза — это тема, можно кукурузу выращивать. Ну надо птицу. А птица упорно не ловится. Что за фигня? Давайте, наверное, хитрее поступим. А где семечко? Вот здесь вот ловушку установим. Только теперь в нее особо нечего положить. Не? Может, птица так поймается? Надеюсь, что так. А вот семечко. Давайте заманим. Заманим хитрым образом туда это животное бестолковое. И надо покрафтить. Вот что еще нужно сделать. Чтобы покрафтить, нам нужно... Вот это нужно, вот это нужно, вот это нужно. Скорее всего, еще потребуется папирус.
Я иначе как на папирус тратить вроде как не планирую. Камыши, поэтому так. Еще, скорее всего, вот это может понадобиться. Хм. Что-то тогда определенно лишнее. О, броню уже подизносил. Так, давайте пока выбросим. И посмотрим, что я тут могу такого эдакого сделать. Я могу. Я могу темный меч, броню ночи. Так. Броню ночи однозначно. Темный меч однозначно. Это без вопросов. Это нам нужно, чтобы на кошмаров охотиться. И что там еще такого может понадобиться? Не помню. Тут пояс сытости я хочу, но блин, я не могу пока. Человек-оркестр не нужно. А, животворящий амулет. Ну, в принципе, приятная вещь. Амулет кошмаров я уже не могу сделать. По идее, все, да? Приплыли. Ну ладно. Вот это тогда вещи скидываю. Скидываю. И скидываю. И опять дождь. Дождь не то, чтобы я хотел. Терять рассудок, да еще и мокнуть, это совсем не круто. Устанавливаем ловушку, а птицу мы запрем в клетке. Что-то у меня там растет. Ну ладно, с этим будем разбираться в следующей серии. Надеюсь, в следующей серии мы... Ой, семечку верни! Отлично. В следующей серии мы приступим к фарму кошмаров. А на этом всем всего хорошего. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.